Сейчас, сегодня я читала в телеграм-каналах, что какие-то пасочки где-то испекли, и там буква Z. О, да, на куличиках прям нарисовали, да, зелененький этот самый, вот как это, сахарный сироп сверху, да, и прям буква Z нарисована. Слушайте, да, это по-моему, перегибы. Собчак в телеграм-канале, если ничего не путаю. Это такие перегибы. Вот по мне, так эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит, что столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет. А где, вот, а зачем тогда на таких вещах изображать эту букву «З»? Якобы Московский патриархат, Русская православная церковь, призвала, чтобы не изображали букву «З» на пасочках. Но опять-таки, достоверная эта информация, недостоверная, кто его знает. Но делают это люди, обычные люди. Над ними же не стоят с мечом и не заставляют эту букву «З» рисовать. Но сами делают. По какой инициативе? Может быть, кто-то хочет выслужиться, чтобы его похвалили. А может быть, кто-то из-за страха. А может быть, у кого-то что-то там в голове. А может быть, кто-то действительно так думает, идея. Но я хотела бы призвать просто всех людей задуматься, остановиться и задуматься над элементарными базовыми вещами. Просто надо подумать, что другие тоже имеют право на свою точку зрения.